Привет, друзья! Приветствую всех, кто сошел ко мне на канал. Сегодня готовим плов с овощами и с куриной грудкой. Это очень вкусно. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для нашего плова понадобятся следующие продукты. У меня здесь куриная грудка полкилограмма, много овощей, помидоры, перец, лук и рис. Рис у меня басмати. В первую очередь нарезаю лук. Лук буду нарезать не слишком мелко и не слишком крупно, вот на такие кусочки. В разогретую сковороду добавляю масло. Такой плов мне нравится готовить на масле. У меня топленое масло. Очень вкусно получается с маслом. И добавлю лук. Пока будет жариться лук, я нарежу мясо. Пока жарится лук, нарежу мясо. Не очень большие кусочки. Лук немного поджарился. На этот момент добавляю куриную. Пока будет жариться грудка, помою рис. Рис у меня не мытый еще. Куриная грудка немного приготовилась, поменяла цвет. Дорогие мои, показываю так, как я готовлю, как любят мои домашние, им нравится. Потому что будет в комментариях, что так плов не готовят. Я показываю так, как готовлю я. Рис помыла и добавляю прямо в зажарку. И рис немного обжарю вместе с луком и с мясом. До того состояния, чтобы влага ушла, да? И оно начало жариться. Рис у нас немного поджарился. Вот видно, да, что он уже поджарился. Поменял цвет. На этот момент добавляю воду. Воду добавляю с расчета на стакан риса 2 стакана воды. Так как здесь у меня было 2 стакана риса, я добавлю 4 стакана воды. Сразу добавлю соль. Соль добавляйте по вкусу. Все у нас горячее, и противень, и рис с мясом. Поэтому я добавляю холодную воду, и она буквально через 2-3 минуты закипает. Перемешаю, попробую на соль. Мне не хватило соли, добавлю соль. Добавлю немного зиры. Я вообще-то специи добавляю в зажарку, а сегодня как-то перепутала. Сразу добавляю помидоры. Я нарезала на такие кусочки. Если есть помидоры черри, разделите просто на две части. Добавьте. На вкус не повлияет, но будет вкуснее. Красиво смотреться. На вкус не повлияет. Сегодня у меня все слова перепутались. И сразу же добавляю сладкий перец. У меня здесь 1,5 перца. Это все смотрите на ваше усмотрение. И немного острого перца, чтобы придало остроту. Плов начал кипеть, добавляю буквально 2 зубчика чеснока, 2-3. Я просто немного ножом простела на чеснок. Как сказать это слово, я не знаю. Наверное, не помню. Не то, что не знаю. И немного овощей досолю сверху.
Добавлю черного перца тоже. У меня смесь перцев. Закрываю крышкой. Огонь делаю самый умеренный и варю до готовности. Крышку не буду открывать до готовности. Ребята, наш плов приготовился. Такая красота у нас получилась. Я выключаю газ. Покажу, вся влага выпарилась. И в конце добавляю немного зелени. И для вкуса, и для красоты. Добавляйте ту зелень, которую предпочитаете. И в конце добавлю еще немного смесь перцев. И всю эту красоту осторожно перемешаю. Вот такая красота в итоге у нас получается. Вот такой рассыпчатый плов у нас получился в итоге. Ребята, это вкусно. Сезон овощей, готовьте. Готовится несложно. Можно даже и без мяса. Если нету на этот момент мяса, можно и без мяса. Вкусно. Я очень люблю рис. Вот такое легкое и быстрое блюдо сегодня приготовила и поделилась с вами. Уверена, что многие готовят. Если давно не готовили, вспомните и приготовьте. А если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Желаю всем мира, добра и здоровья. Будьте счастливы. Всем пока.